команда, как мы, молодежка, может играть на уровне Суперлиги, когда играет лучше, жестче, когда не сделает потери, как сегодня у нас был 23. Если так играем, как сегодня, со 23 потери и одним ассистом в первой половине, невозможно играть. Видно, что была небольшая неорганизованность, нападение вызвано нашей суетой, нашим непониманием и плохим решением в некоторых ситуациях. Конечно, после против таких команды, как Темп, нельзя разбрасываться моментами. Команда хорошо организована, за ошибки не прощает, как на пене, так и в защите, поэтому они нас за это наказали сегодня, и, соответственно, что и стало причиной такого поражения болезненного. Первое, надо научить играть с мужиками. Жесткий баскетбол, контактный баскетбол, выглядели как молодежка. Я не хочу, да, выглядим как молодежка, но сегодня это было видно. Всегда говорят, что эту ступень тяжелее всего пройти от детского до взрослого баскетбола. Но для нас это, конечно, большой плюс, что мы можем играть с такими мастерами и расти как игроки, в первую очередь, не только по игровым умениям, но и в физике, в контакте, играя на таком уровне. Так выглядит, как прошлые игры с Уралмашем, как, я не знаю, какого там с Иркутом, с Динамом, тоже это был лучше, чем сегодня, конечно. Знаете, они молодые игроки, не будет каждую следующую игру видно чуть-чуть прогресс. Это будет и лучше, и хуже. Там на концу года выглядит игрок, я надеюсь, это 2-3, которые смогут играть серьезный уровень баскетбола, да они первые будут прогрессировать через несколько месяцев, через 20 лет.